Как сообщает специальный корреспондент «Азертаж», 24 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретился в Праге с президентом Чешской республики Милошем Земаном. На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между нашими странами. Отмечалось, что на состоявшемся в Праге саммите программы «Восточное партнерство» были проведены плодотворные обсуждения. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в различных сферах, в частности в области инвестирования, реализации инфраструктурных проектов, образования, транспорта и другие. Была подчеркнута важность усиления заботы Азербайджана о Чешской межправительственной совместной комиссии, расширения деятельности чешских компаний в Азербайджане.